После очистки яиц вареных остается куриная скорлупа. Не выкидывайте, высушите. У меня есть фильм «Как очистить яйцо очень быстро». И вот после очистки вареных яиц у меня остались вот такие скорлупки. Я их не буду использовать в качестве удобрений, я их использую в качестве дренажа и положу на дно горшка после того, как на дно положу частички кирпича. Можно положить гальку. Хотя последнее время я стала использовать пенопласт. Он легкий, и горшок тогда легок в переноске. А у меня многие растения летом я переношу на улицу. Поэтому мне тяжело переносить, и я стала использовать пенопласт как дренаж. Чтобы использовать как дренаж вот эти скорлупки, я взяла уже старый использованный вазон и просто накладываю на дно. Вполне будет достаточно этого количества. Корни легко будут проходить, окутывать. Вода будет легко просачиваться вниз. Используйте скорлупки вареных яиц именно как дренаж. Ну и для посадки растений я воспользуюсь старым вазончиком и ложу гальку сверху. В качестве дренажа я насыплю скорлупу от вареных яиц. Землю я готовлю всегда сама. Могу купить составляющие. Но чтобы земля была полностью покупная, у меня такого не было. О том, как я готовлю землю, я вам расскажу в другом моем фильме. Горшок получается легкий. И переносить такой горшок с растением будет довольно-таки легко. Я уже взяла использованную землю, поэтому здесь есть растительные остатки, корешки, но они нам сильно не повредят. Заполнив нужное количество земли, я перейду к посадке растений.